Это раньше наши мамы делали вот так вот. Это потом шапардап-шапардап. Вот я сейчас сделаю шапардап-шапардап, да, тетя Рос. Да, я знаю. И они мне говорят... Но все равно получается вкусно. Да. Они говорят, ты что так решишь? Я говорю, это вы делаете неправильно. А наши мамы делали вот так вот. Не, я вам красиво вот одно ляла, да. И потом, когда плов переворачиваешь, как я сказала, на блюдо, получается очень красивый. Да, да. Но я сегодня смогу, не смогу, я не знаю. Надеюсь, не будешь ругать. Чё, смогу, не смогу? Чтоб плов красивый был. Будет у тебя всегда красивый плов. Я все не могу найти. Вкусность будет компенсировать вкусность. Красоту. Нет, ты мне скажи, я рис такой, как ты берешь, я никак не... Лазер. Не могу найти. Вот я смотрю на этот лазер, а он мне не нравится. Ой. Я сегодня этот буду смешивать две пиалушки лазера и две пиалушки вот этого индийского Ахмад. Не нравится? Нравится тебе? Очень вкусно. Да, только я купила, очень знаешь, какой? Вкусно получается, когда смешиваешь. Ты видел этот последний? Не, я не обращала вот внимания. Вот ты приедешь в понедельник ко мне, ага. И вот заберешь этот аура в мешочке, да. Да, ну, я чтобы он не пропадал. Ага. У меня же 3 месяца не будет. Ну да. Хорошо. Так, теперь ты мне скажи, ты, когда бульон варишь, кладешь туда кусочки моркови? Когда как? Смотри, почему я так говорю. Почему? Вот видишь, она косая. Ага. Я дома вот так вот всегда отрезаю. Ага. Целлофановый пакетик кладу, и вот я бульон варю, вот сняла все, бросаю головку лука, и вот такими вот штучками бросаю, потом я процеживаю и выбираю. Да, я морковь всегда использую, когда готовлю куриный суп. В любой бульон, какой бы ты ни готовила, куриный в особенности. Когда ты варишь, потом ты это все вытаскиваешь, а потом уже что-то ты кладешь. А вот это надо потом вытащить и курам отдать. У тебя же без... Как это называется? Безотходное производство. Одноразовый пакет дай, и вот это положи туда, и у тебя уже будет готовый. Хорошо. Шапардак кинешь. Ага. Уже когда снимешь этот, нямешь амадияна же. Пенку. Ага. Ну, я немножко по-другому делаю. Когда мясо варю, вот оно у меня закипает. Ага. Сливаешь, закипает, да. Я 2 минуты весь варю. Весь вкус. Это не весь вкус. Я тебе скажу. Во-первых, для желудка, для поджелудочной, это раз. Во-вторых, трупный яд там все равно есть. А вот это ты сварила, и трупного яд тоже уходит. Больше 2 минуточки варишь, да. Сливаешь, и потом первый бульон я варю на обыкновенной воде, а второй бульон я уже наливаю отсюда. Хорошая вода. Да. Понятно. И у тебя бульон прозрачный получается. Он правильно, он не такой насыщенный. Но очень полезен для организма. Да. Турки вообще не очень любят костный бульон. Они практически его не варят. А я люблю, но его надо обязательно. И если у тебя цыпленок ты режешь, тогда не надо. А вот если уже... Ну, вы не покупаете куры? Нет. Ну, вот очень хорошо, что не покупаете. Ее точно надо двойным. Поняла. Где твой одноразовый пакет? Вот. Еще же тебе как раз на один бульон хватит. Угу. Хоть я к тебе приеду, хоть с пользой, хоть какая-то польза от меня да, будет. Да ладно, тетя Рось. Да нет, все равно. Я вот, Мяхри, я не могу просто так лежать. Нанай. Ну все так, да. Я обязательно должна что-то делать или же спать. И спать, да. Да. Я сидеть не могу. Вот понимаешь, люди могут сидеть, а я должна или работать, или лежать. Или лежать. Я не могу сидеть. Ну, лошадь из-за этого. Да, нахрен.